Рекс, тебя не сильно задело импульсом? Все путем, док. Мне любые трудности подключил. Не знаю, Рекс. В рыцаре молота и волшебства ты бы мне продул. О, док, компьютерные игры? Да, Рекс. Подобные игры – известный способ борьбы со стрессом. Они развивают зрительно-моторные функции и интеллект. Не говоря о социализации и улучшении самооценки. А связь видеоигр с агрессией никак не доказана. Короче, те, кто считают игры вредными, просто мудаки. Эй, полегче, док. Мудак, Рекс, это ментально ущемленный, достоверно асоциальный кретин. Акроним такой. Но игры, пожалуй, кончились, да?